В Дагестане обнаружили мастерскую по переделке гражданского оружия в боевое. Цех находился в подсобном помещении жилого дома в Новом Чирке Кизылюртовского района. Хозяином оказался 67-летний житель села. Во время обыска были найдены различные слесарные инструменты и станки. Изъяты две гранаты, пистолет кустарного производства, самодельный револьвер, взрывчатые вещества, большое количество запасных частей и электродетонатор. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.